Итак, после всех наших манипуляций с импровизированным токарным станком мы получаем вот такую бабышку. И на данном этапе нам надо также сделать пропил. Мы также отрезали на нашем импровизированном токарном станке две половинки. Мы будем дальше работать над этой заготовкой. Нужно выбрать немного здесь область. По крайней мере, попробуем. Если не получится на токарном станке, придется брать фрезер и выбирать фрезером. Как вы уже могли заметить, это шкатулка. Данные трещинки и сучки, и вот то, что посадочное было от планшайбы, мы сейчас зальем эпоксидкой, я ее подкрашу слегка, и оставим на ночь. Я уже торцы зашлифовал, уже блестят они. Вот, а остальная шлифовка уже будет до завтра, после того, как застынет эпоксидка. В итоге, спустя 3 дня мучений, мы получаем дополнительно несколько еще трещин, я не знаю, это рвет его прям очень сильно, видимо, из-за того, что сохнет, хотя вроде как древесина была сухая, но не суть. Вот такая тема, сейчас обратно вернемся к шлифовальному станку и там уже будем заниматься. В итоге я зачистил всю эпоксидку, получился относительно такой симпатичный шов, понятно, из-за того, что я начал зачищать, немного срезал грани, потому что изначально-то грани были сделаны фрезером. Торцы, точнее. Поэтому получились непонятные небольшие щели. Но, тем не менее, такая интересная конструкция. Без токарного станка, на дрельке. И сейчас я ее покрою маслом. И также срежу здесь капельку эпоксидки, которая застряла. Я ее не могу достать никак, вся чилом. Ну и мелкие все равно недочеты буду исправлять. Итак, в итоге, после уже всех зачисток, я покрыл маслицем, и получается вот такая красота. Так прикольно, когда совпадает трещина. Сейчас я заклею материей мягкой. Я не знаю, можно, конечно, попробовать сюда какие-то небольшие ножки приклеить на дно, но тем не менее. Так что за пару вечеров и даже отсутствие токарного станка можно получить вот такую красоту.
спасибо большое за просмотр. Данная вещица получилась очень необычной и прикольной. Да, есть мелкие недочеты и огрехи, лишь которые можно было бы уже исправить непосредственно на токарном станке, который, естественно, я не имею, но очень хочу и, возможно, после Нового года себе его куплю. Благо, что токарник по дереву стоит не так, как токарник по металлу, поэтому, в принципе, все терпимо. Так вот. Данная штукенция мне вот с виду очень нравится, она выглядит прям интересно. Да, я помучился, конечно, с этой гребаной обивкой, потому что, ну, вот материя и вся эта хрень, это вообще прям не мое. И я сидел даже гуглил, как это сделать. Оказывается, это надо бумажечки проклеивать и туда вставлять. Особо об этом не рассказывал, потому что эта тема слегка не в теме, грубо говоря. Основной упор был именно на изготовление вот такой гильзообразной темы, или баночки. Из веток, дуба, чего угодно, абсолютно именно на обыкновенной дрели. Да, это разбивает подшипник в патроне, в дрели в самой непосредственно. Но, блин, извините, вот эта моя дрель интерсколовская, она стоит 1000 рублей. И я думаю, что мне ее хватит как минимум, ну, на 15-20 таких приколов. А возможно, потом я ее приспособлю еще в самодельный токарный станок по дереву. Я уже нашел чертежи. Итак, посмотрите, вот здесь два стареньких видео. И я... А, кстати, чуваки, не забывайте подписываться и ставить лайк. Поставьте лайк этому видосу или дизлайк. Да, поставьте дизлайк или лайк. Ну, короче, обоснуйте ваше намерение. Оставайтесь со мной. Пока-пока-пока-пока.